Юрий Георгиевич, на каком мы мероприятии сегодня находимся? Что за турнир проходит в городе Иваново? В зале Ивановского государственного химико-технологического университета проходят финальные игры волейбольной студенческой лиги высшего дивизиона. Принимают команды в участие две команды ивановцев. Это Ивановский государственный химико-технологический университет, Ивановский государственный энергетический университет. И еще четыре прежние команды.